здравствуйте, друзья. Футбол на Олд Траффорд — это всегда первоклассное зрелище. Константин Генич, идет. Сегодня Манчестер Юнайтед встречается с Тоттенхэмом. Состав Манчестер Юнайтед. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Ashley Young, number 31, Nemanja Matic, number 17, Fred, number 6, Paul Pogba, number 19, Romelu. Итак, состав Тоттенхэма. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Здравствуйте, друзья! Футбол на Олд Траффорд — это всегда первоклассное зрелище. Константин Генич, идет. Сегодня Манчестер Юнайтед встречается с Тоттенхэмом. Состав Манчестер Юнайтед. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Ashley Young, number 31, Nemanja Matic, number 17, Fred, number 6. Пол Погба, номер 19, Ромелу. Итак, состав Тоттенхэма. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Здравствуйте, друзья! Футбол на Олд Траффорд – это всегда первоклассное зрелище. Константин Генич, идет. Сегодня Манчестер Юнайтед встречается с Тоттенхэмом. Состав Манчестер Юнайтед. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Ashley Young, number 31, Nemanja Matic, number 17, Fred, number 6. Пол Погба, номер 19, Ромелу. Итак, состав Тоттенхэма. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Здравствуйте, друзья! Футбол на Олд Траффорд – это всегда первоклассное зрелище. Константин Генич, идет. Сегодня Манчестер Юнайтед встречается с Тоттенхэмом. Состав Манчестер Юнайтед. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Ashley Young, number 31, Nemanja Matic, number 17, Fred, number 6. Пол Погба, номер 19, Ромелу. Итак, состав Тоттенхэма. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Здравствуйте, друзья! Футбол на Олд Траффорд – это всегда первоклассное зрелище. Константин Генич, идет. Сегодня Манчестер Юнайтед встречается с Тоттенхэмом. Состав Манчестер Юнайтед. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Ashley Young, number 31, Nemanja Matic, number 17, Fred, number 6. Пол Погба, номер 19, Ромелу. Итак, состав Тоттенхэма. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Итак, игроки Манчестер Юнайтед разыграли мяч, игра началась. Смотрим классный футбол в исполнении двух замечательных команд. Сон Хын Мин. Плохо сыграно, мяч потерян. Эшли Янг.
Фред. Фил Джонс. Фертонген. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Искал он партнеров, но нашел только вратаря соперника. Криштиану Роналду. Роналду на фланге, есть где развернуться.